Привет, дорогие подписчики, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим и сразу пройдем игрушку Дом 2. На удивление, с похожим названием на популярную ток-шоу, которое, я думаю, все ненавидят. Игрушка — это браузерная хоррор-игрушка, в которой нужно заниматься в основном пиксель-хантингом. Извините за эти полосы справа и снизу экрана, это излишки того, что я запускаю через интернет-браузер игру. Так, ну и судя по всему, мы заходим. В этой игре, кроме как пиксель-хантингом, насколько мне рассказывали, заниматься нечем. То есть нужно искать предметы на экране и при этом пугаться. Первое. Жилая комната. Так, что тут делать? Картинка. А, фотография. Что-то какая-то фотография, блин. Я чувствую что-то странное в этом доме. С первого дня, как я пришла на работу, сюда сиделкой. Понятно. Так, что тут делать? Блин. Вроде никаких активных мест нет, кроме вот этой картины. Картина, кстати, что-то, блин, с глазами у них не то. Глаза меня, надо сказать, пугают. Я надеюсь, вы смотрите в наушниках. Звук тут очень хороший. Я боюсь этой штуки, написано. Может не уйти. Интересно, какой штуки она боится. Играем мы, судя по всему, за девушку. Или за парня-сиделку. Но парня-сиделка я, честно говоря, слабо себе представляю. Хотя, кто знает, кто знает. Так, ну что делать-то? Непонятно. Только начали, уже затык. Это странно, надо сказать. Я не знаю. Блин, что еще? Картина. А, во, выключатель. Оп. Так, это что-то тут наверху ходит, что ли? Ну ладно. Так, что дальше? Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Понятно. В доме привидения. Записка все та же, картинка все та же. Свет. Да блин, что-то непонятно, что тут делать. Здесь, похоже, методом научного тыка надо нажимать на все, что попало, и в итоге что-нибудь да произойдет. Потому что я, честно говоря, не вижу уже все возможные объекты. По-моему, понажимал по 100 раз. Так, давайте еще поищем. Да блин, что ж такое? Все та же картина, давайте искать что-то новое. Ну вот, блин. А вот чего я не ожидал, так это того, что придется шариться по одним и тем же вещам по 100 раз. Оп. Нормально. Кровище потекло на картинку. Что дальше? Да, судя по всему, просто тут методом тыка научного. По-другому я не вижу никакой логической связи между тем, что я делал, и тем, что в итоге Тихо, не надо шептаться. И тем, что в итоге произошло. Просто надо тыкать на кнопки, и когда... О, твою мать! Чё-то я, блин, кирпичей отложил. День рождения дочери. Иногда она говорит в одиночку, иногда она смеется по ночам. Так, что-то коротит у нас картинку. Ну ладно, это было предсказуемо. Я в первый раз, как увидел эту картинку, так и подумал, что что-то такое будет. Она не... И что-то там набрызгано кровью. Кто где ноет? Что-то жуть какая-то. Ах.
Блин, ну что делать? Пока что меня не устраивает, конечно, именно то, что... Ой. Мать твоя, включите свет. А, все, мы, похоже, прошли дальше. Ванная комната. Хорошо. Жуть я ебу. Так, я сейчас открою, там наверняка что-то будет. Я не хочу открывать. Давайте лучше тут пошаримся. Так, краник. Из него течет водичка. На улице гром гремит, молния. Это у нас Библия. И что, все? А, видимо, придется открыть занавеску. А, ну, слава богу, никого вроде не видать. Но... А, вот сейчас дернуть можно. Ой, чихнул. Так, ну и чё? Ой, это кто там пробежал или простучал где-то за кадром? Библия. Душ, у души никого. Сдернем воду. Дернем водичку. Посмотрим Библию, как обычно. Короче, тут наугад. Не вижу логики во всем этом, но, блин, какого хрена? Так, ну чё, долго так будем шариться или что-то произойдет уже? Сдернем. Чё дальше-то? Ой, запарили уже меня дергать. У меня, кстати говоря, час ночи, так что мне очень приятно в это играть. Я надеюсь, вы смотрите это ночью. Если вы смотрите это днем, то я очень огорчен, потому что старался я ради вас. Не жалел своей... Так, это что за херь там потекла? Кровь, что ли? Не жалел свои нервы, чтобы вы ночью пошатали маленько нервы себе. Мне очень жаль, что я сделал с нашим ребенком. Пожалуйста, прости меня. Жуть. Так, ну и что дальше? Все, да... Ух ты, твою мать, повешенный. Ух ты, твою мать, это реально повешенный. Давайте откроем. Блять, он все еще висит там. Выпустите меня отсюда. Выпустите. Ладно, хоть с Библией все в порядке пока. Ах, так. Надпись все та же. Да хоры висит-то там. Висит, шатается, скрипит веревкой. Ой, тихо. Блин, да кто опять стучится? Прости меня, прости меня, прости меня, прости меня. Жесть. Чё дальше? Хватит меня пугать так. Спальня. Половину игры мы прошли, судя по всему. Так, тут, похоже, жила девочка. А может и две, потому что тут две кровати. Это что, наша шкатулка? Может, он картина? Или что это? Нет. Медвежонок. Тут что за кровь, что ли, на кровать? Опа. Ну точно, музыкальная шкатулка. А теперь я... А сертификат о принятии...
приемная, короче, это у нас девочка, судя по всему, если я правильно перевел, по-моему, приемная. Морда лица у нее довольно-таки жуткая. Хотя, возможно, морда лица у нее вполне нормальная, просто в данном контексте она нас пугает маленько. Что-то у нее с глазами не то. Так, что дальше? Не вижу, что бы еще тут можно было бы сделать. Блин, опять придется тыкаться по углам. Ой, так, смеющаяся девочка. Обожаю. Твою мать. Обожаю маленьких мертвых девочек. Осталось только манекенов сюда пригласить, и будет полный набор. Да хватит смеяться. Она очень хорошо прячется, я никогда не найду ее. Она любит играть в прятки. Она приходит каждую ночь. Блин, что ж такое? Точно мертвая девочка. Поиграй со мной. Говно вопрос, поиграем. Так, это что там торчит, что ли, что-то? Мне кажется. Сейчас сначала вот это посмотрим. Нет, мне показалось. А, вот еще что-то торчит. Ух ты! Точно Альма. Или это баба из проклятия. Ну что-то такое, да, что-то эдакое. Девочка в простыне. Ах, ну ладно, это было предсказуемо. Уйди, уйди, скотина. Фу. Вот это... Ёбаный в рот, извините, это такое... Зачем было писать лоудинг, они специально меня подловили. Я думал, это уже закончилось. А чё так темно-то? Что за веревка вообще? О, свет. А, он не работает, похоже. А, вот, вот, все хорошо. А, крысиный яд. Свидетельство о рождении. 47-й год. 8 октября. Понятно. Мать Мэри Свенсон. Отец Милли какой-то там. Так, а что мне тут делать? Ну, увидели, да, какая рожа была у этой девочки? Это было просто да. Так, сейчас опять, похоже, надо энное количество раз потыкать по всем предметам, тогда что-то произойдет. Допустим, вот так. Блин, опять кто-то бегает вокруг. Так, может тут что? Нет, и тут ничего. Это? Нет. И с этим ничего у нас. Может быть, я не знаю. Яд? Нет. Свет? Нет. Да какого хрена? Я больше ничего не вижу, что можно было бы использовать. Может,
Сука. Твою мать, выключим все. О, что-то блестит за ней там. Ключ от сейфрум. Сейфрум это, видимо, комната с сейфом или комната безопасности, как это хрен знает, я не особо силен в этих терминах. Блин, ну уберись куда-нибудь, уйди, ты меня пугаешь, хватит висеть. Уйди, уйди. Твою мать, сейчас опять что-то резкое будет, я опять накидаю, сердце в штаны упадет. Что делать-то? Ладно, будем делать вид, что нам не страшно. Ну давай, исчезни куда-нибудь, я не знаю, ты уже, блин, надоела мне, висячая девочка. Ну, может, если я так буду делать, она исчезнет? Да хрен знает. А, вот, все, наконец-то исчезла. Я не могу увидеть, как ты страдаешь. Покойся с миром, бедное дитя. Ее повесили, что ли, или убили, или отравили, я не знаю. Так, и что дальше? Сдается мне, что я в этой комнате сделал практически все. Что мне еще делать-то? Блин, давайте попарим маленькие. Нет, судя по всему, все-таки это неправильно. Так, ну что еще? Яд, свидетельство. Еще раз может. Да блин. Ух. Мать твою за ногу. Какой страшный. Ух. Блять. Простите за мат, простите. Так, ладно. Мы попадаем в комнату с сейфом. Точно, сейф-рум, это значит комната с сейфом. Что тут делать? Видимо, код ввести. Какой там был код рождения у этой девочки? 47-й, по-моему, год. Если мне не изменяет память. Давайте попробуем. Да-да-да, все верно. Так, и что это такое? Почему я должна помереть, мама? Я хочу жить вне зависимости от твоих идей. Ой, уйди, уйди, ну. Ну уйди, мать твоя, что так темно застало? Ой, блин, нахер, нахер. Выпустите меня отсюда. Я сейчас прекращу уж нахер запись, выключу кидрень фень. Вон ее отпечатки, да? Ох. Да что ж такое? Так, ну и что мне делать? Сейчас опять я дернусь, как и я не знаю, как хрен знает кто. Ух. Ой. Хватит. Хватит, хватит. Не надо меня мучить. Хватит, какого хера? Ой, не надо, не надо, не надо. Ой-о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 й. Мамочки мои. Не открывай свои глаза, не надо. Ну. Красавица, мать. Вот это жесть. Все, конец, похоже. Это неправдивая история. Ну, собственно, мы прошли дом 2. Я должен сказать, это было круто. Хотя, собственно, очень статично и очень бюджетно. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.